Всем привет, сегодня 29 мая, это пятница, сегодня последний звонок у меня, учился в 11 классе, и сегодня последний звонок, и все, я окончил школу, завтра будет выпускной, на котором мне отдадут сертификат. Погода сегодня отвратительная, как вы видите, идет дождь, температура где-то может 10-15 градусов, в общем холодно. У меня есть ленточка выпускник 2015 года. Я нашел кошку. А дождь по-прежнему идет и не хочет останавливаться. Куда ты пошла, киса? Ох, ушла. Вот сейчас иду на линейку. Как я сказал, сейчас 8 утра, мне через 15 минут надо быть на линейке, так что спешу. Ладно, уже давайте увидимся на линейке, когда я уже туда приду в школу. Так что, все. Урочисту лінійку запрошуються випускники 11-го А-класу. Облески, будь ласка, зустрічайте! Моє місто, де безліч протиріч, це моє місто, що лиш за хвилини народжує ранок, лине одразу. Станцюємо останній вальс. Настав той час, він назавжди в пам'яті. У нас наші спогади шкільні пронесемо крізь роки. Настав той час, школу не забувай нас, бо ми вже дорослі. Студенти, і час покидати шкільну сім'ю, бо ми вже дорослі, ми маємо вже крила, і час відлітати, прощавай школу. Зайдемо в кожен клас біля дошки в останній раз.